Как он спиздил? Непонятно. Тут персонажи друг в друге застревают, что ли, или что это такое? Дуться в одно и то же скучно жене, хотя если ты очень жесткий какой-нибудь, то норм вроде. Ну да, тоже верно то, что в одно и то же билдиться скучно, действительно. Ну чё, такая арена яркая хотя бы. Как ты ТФТ лол захватываешь ОБС? Отдельно сцена лаунчера в самой игре? У меня одна сцена для ТФТ, для лола, для клиента, для всего. Меня ведет моя профессия. Добрый день, удачных каток. Добрый, спасибо. Благо рейса продать и купить этого ёрдла. Проще барина репы. Сегодня я очень прожорлив. О, убийца великанов. Два. Сегодня я очень прожорлив. Три. Так, окей, а если... Если я играю через Трандл, то зачем мне вообще убийца великанов? Здесь есть перековщик, конечно, но... Ну, типа, такого Трандл надо играть. А теперь начнем. Так, а что там? Я буду сворачиваться иногда, смотреть, что я там выделил. Мне капля не нужна. Капля мне не нужна, и что мне еще не нужно? И все. Зароляем это. Ой, я чуть Ника не отдал. А теперь начнем. Копеечка один, а? Мало людей на стриме, тем более для выходных. Да нет, нормально, плюс я только начал. Все, я только-только игру первую запустил. Здорово, ты купил арену, у меня пропуск. Вообще, в начале до колеса лучше всего даже лузать. Сейчас, наверное, поменяем персонажей. Чтобы просто взять, что хочется на колесе. Про там уже чувак на 86 есть. Типа вот так можно сделать. И свой приоритет пониже сделать. Захват экрана сделать вот так. Чтобы
вы понимали, хоть что я сворачиваюсь. Рунан, кстати, я уже могу трандула давать. Какого черта я это выигрываю? Ух ты! Когда изобретение уничтожается, оно становится недосягаемым и ремонтирует себя, если изобретатель еще жив. Фига, прикольная аугментация. Блин, там чел еще больше натроллил. Чтобы вообще в самом низу быть. 82 хп, может быть, он просто играть не умеет? Я, блин, поставил даже копии. Так, лук. Лук, меч. Лук, меч, перчатка. Лук, меч, перчатка, Зак. Ну окей, с колеса мы хоть что-то взяли полезное. Ой, я, наверное, рано потратил перековщик. Что-то мне так кажется. Давай треснем как следует. Попрыгаем. Все, сидим. Сидим на инкамычах. Помощь Ника, кстати, для Джинкс какой-нибудь, либо для Ургота, мега кайф. В идеале, конечно, для Джинкс, но будем реалистами. Трандл уже миллиард урона с Рунаном просто. Кукумбер Тидж, спасибо большое за подписку. Такая вся аренка, как по мне. Моя? Ну, в пропуске в этом все говно. Да, я же сказал, я и на инкам собираюсь садиться. Прямо сейчас, с этого момента. На химтеках пробовал, да? Пробовал. Ого. Кого он его перебил, где-то интересно. Рейд босс. Как тебе ва-банк? Прикольный. На громилах вроде больше никого нет, кроме меня. Ну, приколимся. Куда мне столько перчаток? Чугатик. Так, что там с чугатиком?
Чугатику наставится место Илаои и Трандла потом. Вроде бы. Нургота перчатка вора пойдет? Не, не пойдет. Нургота это керри. Ему нельзя рандомные слоты давать. Нургота пойдут предметы, которые сейчас у Трандлы. Вот, а Чугат, ну, в моих планах был лишний, но раз уж выпал, типа, он хорошо скейлится с early game, поэтому надо играть от него. Надо пользоваться тем, что дает игра. Сейчас ты три Трандла соберем нахрен. В чем суть билда? Играешь на громилах, потом выходишь в Ургота и Джинкс. А Джинксу какие предметы? Да можно вообще без предметов, если будет Ургот керри. Чтобы она просто дуплет закрывала. Какая способность у Чугата? Он кусает свою цель чистым уроном, и если съедает ее, то она всегда сильнее становится. Каждый раз, когда захожу на стрим, ты берешь Чугатика. Пора бы просто брать 6 Чугатов в топ-1. Чугат просто мужик. Чугат мега, мега мужик. Чист у него магически. Ой. Реально магически. Я думал, у него даже в ТФТ чистый. Попробуем аутсайдеров, я, по-моему, ни разу еще не брал. Джинкс дамажит своих процентным уроном. Но просто Джинкс очень сильный персонаж сам по себе. Просто Джинкс закрывает Вай, Джинкс закрывает Урготы. Поэтому Джинкс очень хороша будет. Несмотря на то, что она делает, типа, гадости некоторые. Киш, привет. Привет. Видел анонс Solar Ash Kingdom. Так она вроде вышла, не? ВГС. Жрать. Моим или твоим, он говорит. Блин, у него такой голос угарный, из туалета записанный. Мунда. Ну что, Инфинити Трандлу? Ургот с лопаткой. Больше нет Ургота. У нас стоит тир 2 Трандл, я бы, конечно, не хотел его до тир 3 собирать. Потому что я его потом продам, поставлю этого, и будет все заебумба. Пробития своей не хватит. Это для Ургота. К моменту, когда появится Ургот, он Вай не будет жить.
Нормально у него урона, кстати. Тут с расстановкой я типа не угадал. Если бы мои персонажи слева стояли, то было бы, наверное, получше. Сегодня твой Гарен должен погибнуть. Ты сейчас в моем королевстве. Если Вай за спину Чугата поставишь, то будет жить. Но это если уже будет Джинкс, когда будет у Вай рейндж на две клетки. Все, что было моим. Жить значит бороться. Я верну все, что было моим. Прав опыт нет, уже больше 50 монет. Так. Потише, ок. Потише, не пора еще. Никто не спорит, что инкама больше не будет, но я сейчас не могу взять себе левел. Я уйду в минус с инкама. Сейчас еще под колесом, если... Под колесо, если просядем, то будет вообще неплохо. Я пока не знаю, что забилдить. Может быть, типа... Рука правосудия. И Генса, например. А потом это Джинкса дать. Потому что мне по факту для Ургота уже, ну, билд почти есть. Прийти, преданность. Свай керри я точно делать не буду. Да, Чугат ульта стакается только когда добивает врага, все верно. О, там уже Джинкс.
чел уже вложился в 8 левел. ГП продашь, когда Ургот появится? В общем-то нет, ГП продастся, наверное, когда появится Джинкс. Мне бы лучше вместо вот этих офенсив слотов, которые надавали, дали бы чутка для фронтлейна. А из лопатки крафтится метка громилыши или нет? Я вот не помню. Я думаю, мы будем от Чугата избавляться. Он у меня до сих пор тир 1 стоит. И занимает две клетки. Отлично избавился, но соберется, так соберется, не соберется, не соберется. Сейчас от того, что я его куплю, мне хуже особо не стало. Жесть, Рандл долго жил. Спасибо, Тандерлайф. Спасибо огромное за 58 месяцев. На 5-1, короче, вливаемся. Или книгу особенностей взять. Ладно. Пойдем, у меня так или иначе будет все спереди стоять. Громилы были в прошлом сезоне? Не знаю, но они, по-моему, почти всегда есть. Зачем так? Да потому что Чугат, ну... Либо ты Чугата с самого начала игры скейлишь, либо ты его вообще не ставишь. А Сион тир 1 сейчас выгоднее, чем Чугат. Мне уже, типа, нужен Мунда и... этот... и Ургот. Мунда, Ургот... Джинкс... и там Кенч. Вот кто мне нужны. Чугат уже здесь не нужен. Будет стоять, конечно, ненужная Илаой, которая, как персонаж, полное говно. Но в плюс Илаой можно сказать то, что она занимает всего лишь одну клетку. Какая же у чела имба выпала все-таки? Это аугментация? Просто невероятная имба. Ну, за счет нее сейчас выиграет. Бля, парень, пожалуйста, не сбивайте меня, окей, вот этими советами, типа, пора брать 8 левел, искать. Нет, не пора еще. Какой смысл слетать с инкамы сейчас, если нейтральный кэмп вообще? Я и так в ТФТ не очень хорошо разбираюсь, а вы своими, ну, плохими советами, вредными, оказываете мне медвежью услугу. Я как раз хочу научиться, типа, чуть лучше слезать с инкама, а не рандомно. Давай треснем как следует. Есть варик вообще до колеса досидеть, но я, наверное, прям сейчас бы вложился, если честно. Вкладываться или нет? Давай треснем как следует.
порвет на тряпочки. Существование есть пытка. Блять, я, по-моему, Трандл... А, нет, Трандл стоит на поле, все окей. Я лучше сейчас вложусь, потому что я точно знаю, что я там не успею реализовать себя, как обычно. Так. Так. Мунда, пора на обход. Джинкс ГП. Да, но мне пока туда и ставить нечего. Мне бы там кенчу. Ну, у меня есть помощь Ника. Сейчас будет приоритет на колесе. Плохой совет последую ему, типа. Когда ты сказал вложиться, это был плохой совет. Чел, ты душный какой-то маразматик, вот что я тебе скажу. Не понимаешь, о чем даже пишешь. Здорово, Tower Defender. Если Варик Вайда собирать до тир 3. Найс. Так, надо палку еще кому-то отдать. Забирай. И надо Вай поставить назад. Можем дать это Мунда. У меня Джинкс, правда, без слотов будет. Но вот это Мунда бы, блядь. Ладно. У Глота еще одного тогда берем. Что-то с него выпадет сейчас по предметам. Надеюсь, вот этот рунан выпадет. Feels like I'm walking on sunshine. Привет, не трать ВС сразу. Купи себе шубу. Существование есть пытка. Вай нет. Плохо. 5% на джинкс тоже еще мало. Ты одной кнопочкой всех нубиков продаешь. Быстрая продажа на Е. Наводишься на персонажа, нажимаешь Е. Тут бы, конечно, в идеале все-таки выходить в 9 левел, чтобы дособрать и Джинкс успешно, и там Кенчи, но пипец, мне кажется, я просто не справился бы. Я бы не дожил до такого этапа. Спасибо большое за донат, я так и не ответил. Но я заметил. Как обстоят дела с домом? С каким домом? С
Сколько шанс на вай? 20%? Ургота я точно не дособеру. Помощь Ника я не хочу вай сейчас давать. Все-таки надо дособрать Джинкс до тир 2. Это слишком колоссальная разница. И что ты продаешь персов, которые не нужны, а затем их продаешь? Чтобы они выпали из пула, и когда я ролил, их не было. Клоус. Ну, это чел с супер этой. Да? Да, это чел с супер этой. И плюс я вроде не переставил юнитов. Так, Кайса это прикольно, но это не то. Давайте их немножко расставим. Предметы этого бы отдать вообще. Но мне пока ставить некого вместо гампланка. Это печально. Эти идиоты не знают чувства меры. Так. Айс. Если я дособеру Джинкс до тир 2, я могу выиграть. Вылетел чел. Топ 3 есть. Я-а-а-а! Здорово! Найс! Nice! Что кушал сегодня? Поппи кушал сегодня. Бам! Спасибо за донат! Баф громил идеально собрано. Просто идеально собрано. По предметам не идеально, но собрано идеально. Конечно, Джинкс все была бы еще, все еще была бы лучше, но нет времени, типа, рисковать, экспериментировать. Ургот стоит. Сейчас раздуплится. Погнал. Я требую закусок. Вайто по урону не зря блубав дал. Да, кстати. Ну, тир 3 все-таки сильно решает. Я бы еще шапку вместо палки. Уже иду. Наверное, выгоднее просто кормить дорогих персонажей там Кенчу, чем пытаться ролять Джинкс. Это слишком повести должно, чтобы две Джинксы выпало. Это ну заходил, когда я в последний раз заходил, ты шутил, что копишь на дом в Торезе. Да, было такое? Ничего себе. Бладристер неплохо сел на Джинкс. Прям вообще неплохо. Меня напрягает, что Ургот стоит АФК 99% битвы. Найс, топ-1. Но это прям качественная игра была. Это прям очень качественная игра была. Но, типа, это все напряжно было с самого начала игры. Я все боялся. О, еще и платина. Жесть. Ну, на такой игре в платину залететь даже как-то почетно. Очень круто вышло. Хотелось бы, конечно, да, вливаться в 9-й левел, чтобы были хорошие шансы на Тамкенчи и на Джинкс. Но этот момент как-нибудь я потом продумаю. Здорово, здорово. Получается, не зря посидели на сайте здесь.
То есть я дал Трандлу предметы Ургота, потом Трандл продается, Ургот получает предметы. Блин, ну Ургот, если честно, такой, вызывает некоторые сомнения. Он прям очень долго стоит АФК в битве. Потом, конечно, когда стреляет, начинает всех убивает, но пипец, как же он долго АФК стоит. Джинкса, конечно, супер броукен. Вот. Ну, здорово.